Какой он, актер из любимого фильма? Всегда очень волнительно встречает своего кумира. Саровчане, затаив дыхание, ждали появления Федора Добронравова. На сцене гитара, стол, открытый чехол, тема выступления, творческий вечер. Зрители могли только предполагать, что их ждет. В моей жизни в связи с моей профессией попадались закрытые города, но у вас очень строго, очень строго. Даже на входе надо просто громко сказать свою фамилию. Как? Добронравов. Как еще раз громче? Так что даже это. Большинство саровчан знают Федора Добронравова как актера сериала «Сваты». Он играл роль Ивана Будько. Удивительно, что между артистом и веселым сельским работягой есть много сходств. Искренность, шутливость, энергичность Федора Добронравова покорили сердца людей. Каждая роль по-своему прекрасна, по-своему ценна. Я старался в своей жизни за эти там 40 лет в профессии, я все-таки старался как бы не соглашаться на роли, которые мне не нравились. Федор Добронравов – актер с говорящей фамилией. Он поделился светлой радостью с каждым зрителем, оставив частичку своей доброты в подарок. В конце творческого вечера саровчане долго и щедро благодарили артиста за визит в город. Елена Скородумова, Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.